новый объект. Что мы это делаем? Нет, давай нельзя. Шарик бомбло. Бомбло. Уже нос не волнуемся.
pas mis en couleur. Короче, на твоей подушке пишет все нравится. Маша, я так подозреваю, знаешь что? Она, наверное, пахнет клеем. Я ее нюхала, поэтому они ее не хотят. Ага. Ничего, выветрится. Кормом намазать. И кошачьи мяты. Все решит. Чтобы она не играет. Я же сказала, что у нас удалось. Ты моя! Зато будет удалось. Здрасте. Лилуня! Пупуня! Ну да, так подивилася. Мам, вона так подивилася? Мам, дивись. Высы. Высы и наслаждайся. Можешь даже не благодарить. Нема в тебе нічого такого. О, точно, перевісь. Короче, ми придумали прикол. Щоб котята не трогали наш шарик. Ми привезли їм мишку. І вони тепер забарбарять мишку. То не постоянно трогали наш шарик. Да, только у нас может быть такая елка. Покусаться! С висящей мышкой. Эта кошка такая красивая становится, а. Серая. Тяк! Или его само собой красивая.
можна, що котенята, котенята, що Аліна, котенята. Нарядь подружки, це любима їхня діла. Хотіла гристи, гристи коміс, я їй подушила, попав. Ну все, на мишку не реагирую, а шарик та не хорошо играли. Блин, хотела яркую мышку, мне прислали синюю, я не хочу синюю. Ты мне найдешь эти игрушки, Алина. Там масла ешь, веревку ты масла ешь. Я тут все снимаю. Я знаю. Я кушаю рыбу, ёти. Какая трещала, наверное. Ты что, в интернет не выходишь? Выходи, выходи. Это вся шаурма. Котячая. Котячая шаурма. Сейчас тут и подушек. Покажи мне котячую шаурму. Чинка зара вылезла. Начинка зара вылезла. Так что не надо ловить. Пока не поздно. Эх, ты шнурочек какой-то нашли. Да, шнурочек, а где он? Фу, я запусляканный. Блин, откуда они его взяли, слушай? Да я их не буду. Все, батарейка сдох. Уже красная блин. Значит, я буду попадать в камеру, подушка. Кто дома найдет? Кто? Привет. Приветик. Ты такая продвинута, да. Значит, я буду пулять себя подушками. Да. Ты не такая продвинута. Давай, фокусация. Все, ты устала играть. Get up, get out of your bed, man.